Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхам. На этой неделе мы вместе со всем Израилем изучаем недельную главу, которая называется «Ваэра». Это, собственно говоря, отрывок из Торы, который записан в книге Берешит, начиная с 18 главы и далее несколько глав. Вот краткое содержание нашей недельной главы. Первое, что мы видим, это мы читаем о том, что Авраама посетили очень необычные посетители, и результатом этого посещения стало предсказание о том, что именно Сара родит ему сына, и когда это произойдет. Далее мы видим повествование об уничтожении Содома и Гоморры, после чего историю взаимоотношений Авимелеха и Авраама. Далее мы читаем о том, как был рожден Ицхак и как его обрезали, после чего Ишмаэля с мамой пришлось удалить. И в конце мы с вами читаем о последнем 10-м испытании Авраама. То, что в иудаизме называется Акидат Ицхак, я сегодня не планирую говорить об этом действии. Почему? Потому что у меня есть урок, посвященный отдельно именно этой теме. Я просто предлагаю вам его посмотреть. Я обязательно дам ссылочку в описании. Итак, недельная глава, которая называется «Ваэра». Собственно, это название она получила благодаря словам в первом стихе 18 главы книги Берешит. «Господь явился Аврааму, Дубраве Мамре, когда тот сидел у входа в шатер во время полуденного зноя». Вот это слово, которое в русский переведено как «явился», и есть «Ваэра». Кто явился? Мы с вами понимаем из текста же. «Явился Господь». Он явился Аврааму, который находится в очень интересной ситуации. Во-первых, мы с вами читаем, что он сидит у входа шатер в полуденный зной. Казалось бы, не очень-то благоразумно сидеть на жаре в самый полдень. Наши рабаним подсчитали, что это был третий день после обрезания Авраама, то есть он испытывал максимальные недомогания, и очень странно, что он здесь находился. Возникает вопрос, что, собственно, он делал возле входа в шатер, когда явился ему Господь? Ответ на этот вопрос, на мой взгляд, содержится во втором стихе, когда мы с вами читаем такие слова. «Поднял Авраам глаза и видит, перед ним стоят три человека. Заметив их, он побежал навстречу к ним от входа в шатер и поклонился до земли». О чем здесь речь? Здесь речь идет о том, что Авраам исполняет заповедь гостеприимства. Тут нужно оговориться вот о чем. На страницах Торы мы периодически находим, что еще до того момента, когда Тора была явлена Моше Рабейну на горе Синай, и когда он стал передавать закон народу, имели место те или иные заповеди, в частности, заповедь о гостеприимстве, левиратного брака и так далее, и так далее, и так далее. Один из возможных ответов, который довольно распространен среди толкователей в иудаизме, говорит о том, что патриархи, такие Авраам, как Ицхак или Яков, еще до дарования Торы знали ее, имели возможность читать. Например, один из Мидрашей говорит о том, что когда Ноах плавал в корабле, в ковчеге во время потопа, он изучал Тору. Я не очень могу с этим согласиться, точнее сказать, совсем не могу с этим согласиться, но тем не менее этот текст, безусловно, нуждается в толковании, и вот к чему я пришел. Я думаю, что Авраам имел возможность общаться еще с Ноахом, который в свое время имел возможность получать информацию еще от самого Адама. И таким образом информация о заповеди передавалась от одного человека к другому. Мы не будем сегодня об этом говорить подробно. Я просто хотел объяснить, что, судя по всему, Авраам находится на этом месте, ибо он хочет исполнить заповедь гостеприимства, что и появилась у него возможность сделать. Нужно заметить, что есть здесь некое напряжение в нашем тексте. Почему? Потому что мы с вами сначала прочитали, что Господь явился Аврааму, да? А потом он побежал исполнять заповедь. И возникает вопрос, если тебе явился Бог, то как ты, вот, Авраам, принимаешь подобное решение? И есть на этот счет объяснение. Одни говорят, что Авраам спросил разрешение у Бога, чего мы, в принципе, не находим в тексте. Я больше считаю, что первый стих нам говорит о действии, явлении. Второй же
собственно говоря, объясняет, как это все происходило. То есть, по сути, первый стих, можно сказать, является своего рода заголовком, который озаглавливает то, что потом происходило. Почему? Потому что я верю, что в этот момент к Аврааму пришел Бог, точнее сказать, та ипостась, которая в дальнейшем воплотилась в Машехе Иешуа, приняв человеческий образ для того, чтобы пройти весь путь, предназначенный для него здесь, на земле. Есть еще один момент, на который часто обращают внимание в связи с данным текстом и с данным событием. 18 глава, 8 стих содержит такую информацию. «И взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ним, а сам стоял подле них под деревом, и они ели». Возможно, вы знаете, но традиционный иудаизм сегодня говорит о том, что мясное и молочное нельзя смешивать при употреблении в пищу. Собственно говоря, все это отталкивается от одного единственного словосочетания, которое четырежды встречается на страницах Торы, а именно «не вари козленка в молоке матери». И любой здравомыслящий человек говорит о том, что варить козленка в молоке матери и кушать, смешивая мясное и молочное, это вещи немножко разные. И с этим трудно не согласиться. Однако, мы должны понимать, что на страницах Священного Писания есть многие вещи, которые нуждались в свое время в объяснении, особенно в условиях, когда что-то в жизни Израиля менялось. Так, например, когда еврейский народ впервые оказался в Вавилонском плену, перед ними стал вопрос, а как, собственно говоря, жить без храма и без жертвы? И так появилось толкование, постановление, как это на иврите называется, «алаха», которая говорила о том, что, собственно, молитвы могут заменить жертвы, основываясь на одном единственном стихе из пророка Осии. К чему я это говорю? Я говорю к тому, что на протяжении веков алахот, которые рассказывали о том, как нужно исполнять ту или иную заповедь, немножко трансформировались. Плохо это или хорошо, я сейчас не планирую об этом рассуждать. Кстати, строго говоря, наши раввины говорят о том, что поскольку написано сначала молочное, потом мясное, то порядок, разрешенный еврею, а именно так можно делать, то есть сначала поесть что-то молочное, потом надо прополоскать, прочистить рот, и после этого можно кушать мясное. То есть порядок, они считают, что он соблюден. Опять, я хочу сказать, что смысл Аллахи в том, что она должна меняться, меняется она в зависимости от того, в какой ситуации находится еврейский народ. И поскольку сегодня мой народ находится вот в такой ситуации, где приняты вот такие постановления, я предпочитаю их соблюдать. И я верю, что и апостолы поступали подобным образом. Приглашаю вас изучать вместе с нами книгу «Деяния апостолов». Вы там это можете увидеть. Так или иначе, мы должны понять, что Авраам в этот момент исполнил, безусловно, заповедь гостеприимства. И как результат, в конце этого обеда он получает обетование относительно рождения собственного сына. После чего мы с вами отправляемся в повествование о том, как были разрушены Содом и Амора. Конечно, думаю, вы понимаете, что речь идет вообще-то о пяти городах. Это Содом, Амора, Адмат, Своим и Бела. Почему они были разрушены, это главный вопрос. Чаще всего здесь говорят о том, что там большое распространение получил грех, который называется садомия. Собственно говоря, это толкование появилось практически из одного единственного намека, что те люди, которые пришли к Лоту, которые остановились, когда их попросили вывести, что над ними надругаются. В еврейском языке буквально стоит слово «познаем их». Однако я хочу сказать, что немногие толкователи считают именно таким образом. Почему? Потому что нету на страницах Священного Писания намека на то, что содомия действительно была распространена в этих городах, несмотря на свое название. А вот о чем здесь точно можно говорить, это о том, что эти города, по многим свидетельствам, можно было характеризовать одним очень ярким русским словом, пускай и немножко жаргонным, зажрались. Дело в том, что они были очень богаты, у них была очень плодородная земля, и как результат было очень много всяких житейских благ. В результате их гордость и их развращенность достигла такого пика, когда стали появляться законы,
в их городе, которые противоречили законам Божьим. В частности, считается, что там получил распространение закон в этих пяти городах, который запрещал местным жителям проявлять гостеприимство, то есть исполнять заповедь о гостеприимстве. Чашу Божьего терпения переполнил случай, когда одна из девушек, живущих в Содоме, дала прохожему человеку, неместному, корку хлеба. За это ее вымазали медом и поставили под пчелиное жало. Косвенно это подтверждается тем фактом, что когда Лот проявил гостеприимство, а он проявил гостеприимство, ибо принял этих людей к себе в дом, к нему тоже пришли для того, чтобы совершить вот это беззаконие во исполнение закона самого города. В 19 главе 23 стихе мы с вами читаем такие слова. «И подошел Авраам и сказал», это разговор Авраама с Богом, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? И с праведником будет то же, что с нечестивым». Как мы с вами понимаем, что в данный момент Авраам заступается, собственно говоря, за город, который должен быть подвергнут наказанию, за города, которые должны были быть подвергнуты наказанию. Интересно, что книга Заар указывает нам на то, что в данном случае Авраам проявляет контрастное поведение по сравнению с Ноахом, который, как известно, когда узнал о том, что Господь будет уничтожать этот мир потопом, собственно, все, что он делал, он строил ковчег, свидетельствовал о том, что это произойдет, но он даже не пытался заступиться за тех людей, которые жили на земле, счел, что это личное решение Бога, и он вправе это делать. На контрасте с этим мы видим, что Авраам пытается заступиться и говорит, неужели ты погубишь праведника вместе с нечестивым. На самом деле, я думаю, что Авраам с самого начала имел в виду Лота, который, к слову сказать, может вполне считаться праведником, о чем мы говорили немножко выше, когда мы видели, что Лот исполнил заповедь, подобное тому, как ее исполнил, собственно говоря, и Авраам. Что, собственно, и послужило причиной, почему Господь его вывел из Содома и Гоморры. На контрасте с тем, что мы с вами читали и говорили, когда изучали недельную главу Ноах, что во времена Ноаха, и это весьма распространенное мнение, праведников вообще не было, кроме его самого. То есть, собственно говоря, и заступаться-то ему, в общем-то, было не за кого. Тогда же, как о Лоте, мы с вами читаем, что его вывели из этих городов. Больше того, мы видим с вами тот факт, что Лот просит не уничтожать маленький городишко, который называется Цар, дабы в нем скрыться, и Господь соглашается на его просьбу. Тем не менее, концовка этой истории не очень хорошая. Почему? Потому что мы с вами видим, что Лот, будучи напуганным, все-таки убегает вместе со своими двумя дочерьми. Они прячутся где-то в горах. Дочери пытаются восстановить семя. Это такое своеобразное исполнение заповеди Ибум, левиратного брака. Впрочем, надо заметить, что это сын должен был восстановить семя своему брату, да, то есть это действие, которое мог совершить только мужчина. И нигде никогда не говорилось о том, чтобы дочери, да еще и с отцом, нечто подобное могли сделать. Многие рабаним говорят о том, что дочери Лота были уверены, что они, вообще больше на земле никого не осталось. Это немножко противоречит логике. Почему? Потому что они были в городе Цар, где были люди, после чего убежали в горы. Да, возможно, они подумали, что Бог потом и Цар уничтожил, мы об этом не знаем. Но так или иначе, дело, которое они сделали, было, безусловно, непотребным. И как результат этого, мы с вами знаем об этом со страниц Священного Писания, появилось аж два народа, моавитяне и аммонитяне, которые стали заклятыми врагами Израиля. И еще много и много раз Израилю пришлось с ними столкнуться и воевать. Вот такая у нас недельная глава. О том, что в ней еще содержится, мы будем говорить уже в другой раз. На этом я благословляю вас всех. Бащем еще, Машех. Шалом алейхем. Аминь.